Она, наверное, очень популярна среди парней. Да. Я помогаю своему наставнику ухаживать за ней, но один парень встал у меня на пути. Парень? Кто? Ее коллега. Хитрый лис. Алло. Сяошань. О, с тобой кто-то еще? Помочь разрезать говядину? Нет, не надо. Помочь? Можешь нарезать говядину. Хорошо. Эй, Дзянин. М? Ломтиками. М? А не кусками. У меня нет инструкции, как правильно их резать. Ты просил нарезать, но не сказал как. Поэтому нарезала, как умею. Нет, ты... Я не права. Вы, как всегда, правы, госпожа Цю. Это ломтики. Позволь мне, а ты займись тестом. Я нарежу. Это ломтик, а это кусок. М? Завтра же уволю тебя из лаборатории. Найди работу в ресторане. Замешивай тесто и не говори, что не умеешь. Просто размешаю. Я делаю тебе одолжение, так что не проси многого. Сама же будешь это есть. Ты хороший ученый, но плохой повар. Так, нормально? Тесто жидкое. Добавь муки. И сделай лапшу. Размечтался. Приятного аппетита. Что скажешь? Вкусно. Хочешь, поделюсь с тобой? Нет. Мне от ревности нужно избавиться. Я хочу поговорить о Цинбине. Говори. Я нравлюсь ему. Но я отказала ему. Но, похоже, он не собирается сдаваться. Вот и все. Точно все? И что еще? Например, ты можешь сказать в свою защиту, что между вами ничего нет. Пока ты веришь мне, мне не нужно ничего объяснять. Но если нет, ты не поверишь, даже если я повторю много раз, верно? Нет необходимости тратить на это время. Согласен. Солгав единожды, приходится придумывать больше лжи, чтобы скрыть ее. У тебя на это нет времени. Ты знаешь меня. Госпожа Цю. М? Вы свободны завтра? Почему спрашиваешь? Зову на свидание. Жаль. У меня еще одно свидание. С кем? С моим парнем. А он хотя бы знает, что его пригласили? Он только что узнал. Поешь. А...
Вкусно? Конечно, я же готовил. Намного лучше, чем то, что в ресторанах.